Я тебе скажу одно. Молодежь сейчас не хочет работать, она бездарная. А старики есть нормальные, но им не дают прохода. Ну вот если бы вам лет 20 скинуть, вы пошли бы на шахту сейчас это работать? 30 еще надо скинуть. Еще 30, да? Да, потому что пошел бы. Смотрите, вот этот Байден, президент Америки, он как вам? Он за свою страну болеет. Да. Да. А вот у них конфликт между Байденом и Путиным. Вот кто из них больше право? Они оба правы. Да. Потому что это две великие державы. Россия и Украина. Ага. То есть и Россия и Америка. Ага. Запомните одно. Как? Мне НАТО не нужно. Мне надо Казахстан, Белоруссия, Россия, Украина. Это три великих державы. Вы за восстановление Союза? Нет. Три великих державы. Я служил при Советах. Угу. Что? Донбасс? Вот это война. Порошенко виноват. Да. Потому что... Ну а вот судить этого Порошенко нужно или не нужно? Нужно! А вот какой ему приговор надо? Смертную казнь. Надо принять... Порошенко, да? В Украине принять смертную казнь. А если бы вам поручили вот Порошенко, вы исполнили? Спокойно. Ну что бы вы ему сделали? Расстрелял. Да? Да. Одуреть можно. Ну вы смелые. А что-то одуреть, а? Министр иностранных дел Подгорный при советской власти отправил в Афган в 79-м. Ага. Я там воевал, да, 2 года, да? Ага. Я заходил в кишлаки, в Кандагаре, в Пешевары, да? Мы в горах, да? Жрать нету. Я кидаю автомат и спускаюсь вниз в кишлак, да? Ага. Захожу, меня принимают. Поят чаем, дают пожрать и говорят, зачем ты сюда пришел? У нас, говорит, тут своя власть, мы тут между собой воюем. Я говорю, ребята, вы извините, но меня сюда послали. Они дают пожрать, все. Я возвращаюсь обратно. Ну вот как вы считаете, будет опять война в Афганистане? В Афганистане война идет круглый год. Угу. Там 2 клана дерутся, талибы и еще одни. Угу. Они власть делят, а кто у нас делит власть, я не знаю. А вот кого вы видели, вот тут президентом? Вот сейчас вам такая возможность человека поставить президентом. Кого вы видите? Ты знаешь, ни одного я не вижу, который не воровал. Нету кандидата, да? А нет. Вот может быть со стороны кого-то? Вот с другой стороны такого-то там? Нет. Нету, да? Ну, а вы могли бы возглавить вот? Нет, у меня маленькое образование, понимаешь? Я окончил Константиновский техникум, а потом Днепропетровский институт. Ого, ну вы могли бы чего? Кого? Я могу трубы. Ну, чтобы вы вот этим зеленым не могли управлять, как президент? Нет, да запросто, смотрите. Нет. Он и ждет, чтобы вы стали президентом. Мне после Нового года я пойду варить газовые трубы. Вот тут у Киеве, да? Да? Да, 200-ки. Ага. Я за один шоу беру 2 штуки. Нормально. Баксов или гривен? Гривен. Ага. Это дешевка. Ага. Ну а сейчас работы нету. Понятно. Берегите себя, успехов вам.